Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 31 июля. В этот день, в 1753 году, на Сенной площади архиепископ Сильвестр заложил церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы – Спас на Сенной. Церковь строилась на средства богатого откупщика Саввы Яковлева. Архитектура храма была выдержана в смешанном стиле. Высокий позолоченный иконостас церкви считался одним из лучших в Петербурге. Примечательны были также живопись греческого письма и серебряный престол. Спасо-Сенновская церковь была социально-культурным центром Петербурга. В 1820-х годах при церкви существовало приходское духовное училище. Церковь считалась особым приютом для сирот. В дома церкви помещали вдов и сирот духовного звания. При церкви в декабре 1871 года было учреждено благотворительное общество для вспоможения бедным прихожанам. При обществе существовали богадельня для старых женщин и приют для детей. В 1920-х годах все ценности из Спаса на Сенной были изъяты, а с 1932 года церковь выполняла функции кафедрального собора обновленческой епархии Ленинграда. Распоряжение о сносе Спаса на Сенной было дано главным архитектором Ленинграда Валентином Каменским.